Слава Богу, слава Богу! С вами пастор Генри Мадава, как всегда в эфире «Голос Победы». Я очень рад, что мы с вами во Христе Иисусе, мы имеем победу. Поэтому мы ничего не боимся на этой земле. Мы встречаем штормы, трудности смело и уверенно. Почему? С нами Бог. И мы радуемся за победы, и славим Бога, ибо от Него победа. Но вот что я хочу сказать. Многие люди сегодня, они прячутся. Я их называю пещерники. То есть они сидят в пещере, напуганы, испуганы, вместо того, чтобы выйти в жизнь. А в жизни с Иисусом нам победа гарантирована. Некоторые люди прячутся по отношению к своей семье. Кто-то прячется по отношению к своему призванию или к тем дарам, которые тебе дал Бог. Прими решение сегодня больше не прятаться, а выйти и встречать жизнь смело, а Бог с тобою. Давайте послушаем эту важную проповедь. Название проповеди: «Не прячься в пещере, выходи и исполни свое предназначение». Сегодня очень много людей пещерники. Пещерник – это человек, который живет в пещере, как монахи, например. Иногда это не пещеры настоящие, а внутри своей души. Там вырыта пещера. Или внутри семьи. Вот человек находится внутри семьи, но в этой семье у него есть пещера, в которой он идет и прячется. Так и в жизни. Люди там прячутся. И иногда эти пещеры я обнаружил, что люди падают в пещеру случайно. А иногда они не падали в пещеру случайно, обдуманно вошли для того, чтобы в этой пещере утешились временно. Но через время они уже там создают новые обитания и из пещеры выходить уже не хотят. Радость в том, что из этой пещеры, из любой из этих пещер, можно выходить. Какие же бывают пещеры? Я сегодня вам расскажу о трех главных обобщающих пещерах, но это ни в коем случае не является окончательным списком, потому что их много. Пещера номер один. Я это называю пещерой от ударов жизни. То есть в этой пещере человек находится в состоянии «я поражен». Конец. Первая книга Царства, 13 глава, 5-6 стих. Библия говорит: «И собрались филистимляне на войну против Израиля. 30 тысяч колесниц и 6 тысяч конниц. И народа множество, как песок на берегу моря. И пришли и расположились станом в Михмасе, с восточной стороны Беф-Авена. Израильтяне, видя, что они в опасности, потому что народ был стеснен, укрывались в пещерах и в ущельях, и между скалами, и в башнях, и во рвах». Когда они посмотрели на филистимляне, они решили: мы с ними воевать не можем, мы поражены, мы в опасности и стеснены. У нас нет выхода. И что они решили сделать? Они пошли и рыли себе пещеры или входили в существующих пещеры и ущелья. Вот так бывает в жизни людей.
Обычно в этой пещере люди находятся из-за состояния «я поражен». Не могу менять ничего и сам меняться не могу. Вот получается, что вот эти внутренние состояния ваши – это реально, но есть Бог, есть сила, которая может человека выводить из пещеры. Второй вид пещеры – пещера упрямства. Я бы сказал, из всех трех видов пещеры, которые я буду рассказывать, это самое тяжелое. В том смысле, что люди в этой пещере меньше всего спасаются. Меньше всего. Потому что упрямство говорит о том, что как хочу, так и будет. Так и в конце концов таким людям иногда тяжело им помогать. Давайте посмотрим с вами Исаия 2 глава 17 стих по 21. «И падет величие человеческое, и высокое людское унизится, и один Господь будет высок в тот день, и идоли совсем исчезнут. И войдут люди в расселение скал, это пещер, и в пропасти земли от страха Господа». Это не страха Господня, а ужас от присутствия Бога. «И от славы величия Его, когда Он восстанет сокрушить землю. В тот день человек бросит кротам и летучим мышам серебряных своих идолов и золотых своих идолов, которых сделал себе для поклонения им, чтобы войти в ущелье скал и в расселение гор от страха Господа и от славы величия Его, когда Он восстанет сокрушить землю». Скажите мне, если бы присутствие Божие, слава Его пришла бы сюда, вы бы бежали по пещерам прятаться? Нет. А эти прячутся. О чем говорить? Это говорит о том, что их состояние и наши состояния здесь не совпадают. Кому плохо от присутствия Божия? Кому плохо от славы Божией? Кому плохо от проповеди, от Слова Божьего? Плохо тому, кто упрямо живет или находится в пещере упрямства. То есть состояние Бога, Его святость, Его величие, Его великолепие, оно пугает только того человека, который вырыл пещеры упрямого, постоянного непослушания Богу. Упрямство – очень тяжелая вещь. Исходя из того, что мы читали, упрямство, бывает, выражается осознанное продолжение жить в несогласии с Божьей волей для твоей жизни. То есть ты в курсе, что Бог недоволен, но ты упрямо продолжаешь в этом жить. Третья пещера – это пещера совокупного внутреннего паралича. То есть в этой пещере много различных внутренних пороков, вакуумов, пустот или наполненность не тем, что надо. Первый из них – это внутренние комплексы. Очень много людей, которые находятся в этой пещере, из-за их внутренние комплексы. Притом эти комплексы бывают различные. Они, бывает, проявляются из-за негативного опыта жизни или из-за обстоятельств, от которых от человека не зависят. И притом это бывает, когда человек узнает, что у него неизлечимые болезни.
комплекс, пещера может создаться из-за этого. Где вы практически перестаете жить. Вы перестаете быть вы. Вы хороните сразу много чего в вашей жизни. И остается только достаточно, чтобы просыпаться и что-то делать. А большую часть похоронили. Это тоже пещера. Пещера расстройства, боли и грусти, обидчивости и обиды. Вы знаете, обычно в этой пещере люди находят или создают себе компенсирующие заменители. Пещерная жизнь – это плохая жизнь. И заменители, которые мы берем, они помогают нам глубже в пещеру войти. Это не помогут нам выходить, а наоборот, мы глубже. Потому что заменители через время, они надоедят. И надо будет еще одно заменитель, еще другой, еще третий, еще четвертый. И всю жизнь заменители, что через время ты забываешь, как вкус настоящего. Потому что ты привык к заменителям. Есть радость. В чем радость? Кто может догадываться? Глубокое откровение. У этой пещеры, как и всех остальных, нет дверей. Вы заметили, что пещеры открыты. И можно выходить. Третье царство, 19 глава, 1, 2, 3, 4, 9 стих, Библия говорит: «И пересказал Ахав Иезавели все, что сделал Илия, и то, что он убил всех пророков мечом, и послала Иезавели посланца к Илии сказать: пустой то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душою того, что сделано с душею каждого из них». Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти свою жизнь, и пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там. Сам отошел в пустыню на день пути, и придя, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе и сказал: «Довольно мне уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». 9 стих. Он вошел, и он там, в пещеру, и ночевал в ней, и вот было к нему слово Господне. Илья вошел в эту пещеру, где депрессия, где упадок, где бессмысленность и желание смерти, когда он еще не закончил выполнить то, что Бог ему поручил. Он еще не закончил. Пришлось Богу найти. Бог дал ему импульс новый, чтобы он хоть что-то сделал, оставив вместо себя кого-то. Потому что с этого момента Илья был нейтрализован. Это был его последний главный подвиг в Израиле. После этого, что он сделал? Помазал Елисея, Иуя и Азаила. Больше ничего. Не влюбляйся сильно в пещерную жизнь, а вернись в первую любовь твою к Богу. Вспомни и возвращайся туда. Это лучше, это твое. Это тот оригинал. А все пещерные драки твои выброси, забудь. И вспомни твою любовь к Богу. И вернись сердцем к Богу. Номер один. Как выходить? Нужно встретиться с Богом и найти Его. Даже если ты еще находишься внутри
пещере. Не сначала нужно выходить, потом найти Бога. Найди его там. Потому что если найдешь Бога в пещере, он есть решение, он есть дверь, он есть выход, он есть и все. Даже если бы можно было найти Бога в аду, чего невозможно, но если бы ты мог бы его найти, ты бы вышел оттуда. Просто в аду его нет. Мне нравится, как написано 3 царство, 19 глава, с 5 стиха. «И лег, заснул под можжевеливым кустом». Это Илия. И вот ангел коснулся его и сказал ему: «Встань, ешь». Взглянул Илия, и вот там печеная лепешка и вкусные воды. И он поел. И возвратился ангел второй раз. Некоторые вещи нужно не один раз. Некоторые вещи нужно повторить. Сказал: «Встань и ешь, ибо давняя дорога перед тобою». Встал он и поел, и напился. И подкрепившись той пищей, когда он подкрепился, он встал и пошел 40 дней до горы Божьей, до Харива. Там он нашел пещеру, ночевал в ней, и потом было к нему слово Господне. И сказал ему: «Господь, что ты здесь, Илия?» Илия в пещере, жизни в пещере, призвание в пещере. Но он, пока он спал, у него произошла встреча с Богом. Скажите: «Встреча». Он в унынии, хочет умереть, ему надоело, ничего не хочу. И произошла встреча. Будучи в пещере, молись, постись, ищи Бога, сражайся против нечистых духов. Нужно слышать голос Божий, слушай его слово, слушай проповеди и слушай правильные голоса. Будучи в пещере, нужно там, чтобы ты вернулся видение свое, цели жизни Божьей для тебя. К Римлянам 12 глава, 1-2 стих. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Для того, чтобы выходить из пещеры, надо менять свой взгляд. Твои взгляды и реакции на определенные вопросы и ситуацию твоей жизни привели тебя в пещеру. Теперь, чтобы выходить из пещеры, необходимо изменить те взгляды и те реакции, из-за которых ты попал в пещеры. Нужно менять свои настрои, нужно покаяться где надо, и нужно исправить все, что необходимо исправить. Последнее. Как выходить из пещеры? Создай команду выхода. Скажите: «Команду выхода». Первое царство 23:10-13. Библия говорит так. «И сказал Давид: Господи, Боже Израилев, раб твой услышал, что Саул хочет прийти Кейли, разорить город ради меня. Предадут ли меня жители Кейла в руки его? И придет ли сюда Саул, как слышал раб твой? Господь Божий Израилев, открой рабу твоему». И сказал Господь: «Придет». Это типичный народ. Саул придет, а Давид сказал: «Хорошо, а эти люди меня предадут в его руки?» И Бог сказал: «Предадут». Тогда поднялся Давид и люди его, и около 600 человек, и вышли из Кейла, и ходили, где могли. Саулу же было донесено, что Давид убежал из Кейла, и тогда он отменил поход. Вот вокруг него две группы людей вокруг Давида. Первая группа – это народ, а не Божий. Предадут? Да. Даже не думай. Они, для них что ты? Ты разменная монета. Так, а кто же у меня в команде? Давид нашел 600 человек в его команде. И не, они не из города Кейла. Они к нему пришли из Вифлеема. Смотрите,
Эти люди, первое качество – команды. Как у Давида, нужны люди, посвященные Богу и тебе, даже при сложных обстоятельствах. Эти люди знают, если Саул нас поймает Давида, быстрее он убьет его и нас. Они это знают. Что нам остаться с Давидом означает, если его поймали, и нас в живых нет. Если филистимлянин, царь, захочет убить Давида, и нас в живых нет. Они это знают, они в курсе, они осознанно остаются с Давидом. Это называется команда. Второе, что у них? Эти люди, они бесстрашные, то есть не боятся и не переживают за свое лицо. Это были люди, которые нелегко унывают. Они готовы учиться. Почему важно с людьми, которые учатся? Потому что ты сам будешь учиться все время. А чтобы они соответствовали тебе, как помогающие, они должны тоже с такой же скоростью за тобою. Иначе ты будешь говорить «стоп», они слышали «бежать». Почему? Не развиваются. Сегодня Бог хочет, чтобы ты вышел из пещеры. Бог зовет тебя. Он создал тебя для цели. Создал твою семью. Создал твою компанию. Создал все, что у тебя есть. И оно в пещере. И Бог обращается к тебе. Выходи. Твоя семья. Твоя жизнь тебя зовет. Прими решение и выходи из пещеры. Слава Богу, что в Слове Божьем всегда есть жизнь. Когда мы слышим проповедь, это не просто слова. Бог через эти слова что-то оживляет в нас, корректирует, исправляет. Давайте мы всегда будем внимательны к тому, что говорит Бог через проповедь. Но вы знаете, что мне нравится? Что Слово Божье живо. Не только вопрос связан с теми проблемами, которые мы решим. Мы пытаемся сейчас решать, но даже вопрос здоровья нашего тела. И вот я хочу вам показать несколько свидетельств людей, которые поверили Слову Божьему, приняли к сердцу и приняли исцеление. Давайте посмотрим и вместе будем радоваться вместе с ними. У Татьяны на протяжении 10 лет были проблемы со зрением. И когда она стояла в зале, она не могла видеть лица хора. Сейчас она их узнает без очков. Бачу Ирму, бачу Ларису, бачу Лесю. Я всех бачу. Верму, то есть бачу. Вы знали, что они есть, но вы их не видели? Не видела. Очки надела, я в очках стояла. Смотрите еще теперь раз. Теперь я все вижу без очки. Все, Ирма стоит, я бачу ее. Да. А кого еще вы видите, кроме Ерему? Вижу, Лена у нас стоит, Лариса. Оттуда, смотрите. Бачу людей, конечно. Да? Да, а спасибо. А смотрите, там Богу. Камера есть где-то. Вот все у нас стоит, я бачу. А человек возле него? Без очки бачу, спасибо, я благодарна. Там человек, вы видите, что там рядом? Я вижу, да, спасибо Богу. И у меня хондроз был, левой лопатки кололо у меня. И вы помолились, я здорова. Я 10 лет, не одного укола. Господь, спасибо тебе во имя Иисуса. Наталья на протяжении 20 лет был хронический ларингит. Последние 2 недели боль обострилась. Сейчас боль ушла. Это связано с чем? С горло, ухо, нос. Если знаете, горло, это все. Ухо нос. И нос. Да, и глаза тоже. И... как вроде бы песок насыпал. А сейчас легкость чувствую, и все, свободно. Шла с ужасной. Горло, сюда. Ухо, нос и глаза. И да. Все, да. Все нормально. Да. Спасибо отлично. Тебе, Господь, во имя Иисуса.
Более 10 лет Валентина страдала колитом. Это связано с болезнью кишечника. Сейчас во время молитвы она почувствовала, что тяжесть и боль, они прошли. Как называется болезнь? Колит, колит. Это в течение 10 лет? Да, после операции, у меня было много операций, я часто лежала в больнице. Mm-hmm. Вот, и у меня желудки полип удаляли, и кишечнику колит. Ну, сегодня, после молитвы, я чувствую, мне набагато легче, я чувствую себя здоровой. Спасибо тебе, Господь. Это так хорошо, когда ты знаешь, что в Слове Божьем есть жизнь. И эта жизнь, каждый раз, когда мы слышим проповедь и принимаем близко к сердцу, то жизнь, которая в Слове, передается нам. Но самое главное, что делает Слово Божье в нашей жизни, это приводит нас к Богу, чтобы мы познали Его. Это главное чудо из всех чудес. Возможно, кто-то меня слышит или смотрит, и вы никогда еще не покаялись. Бог любит вас. Иисус умер за вас. Приди к Иисусу сегодня, в нем жизнь. Я хочу помолиться с вами. Если ты говоришь, я хочу принять Иисуса, примириться с Богом, то помолись со мною прямо сейчас. Это главное чудо. Это чудо из всех чудес. Спасение твоей души. Если ты желаешь покаяться, принять Иисуса, то помолись со мною такую молитву. Скажи: Отец Небесный, прости меня все мои грехи. Господь Иисус, войди в мое сердце и будь моим Господом и Спасителем во имя Иисуса. Аминь. Если ты помолился эту молитву искренно, то Господь Иисус со сегодняшнего дня, Он твой Господь. С чем я тебя поздравляю. Теперь вы помните, я сказал, что многие прячутся. Я хочу помолиться сегодня, чтобы то, что заставляет тебя прятаться, ушло, и исцелительная сила Божия сошла на тебя. Отец, во имя Иисуса я прошу, пусть сила Духа Святого сойдет на них, и все, что заставляет человека прятаться, пусть уйдет. И я приказываю болезни и немощи исчезать полностью. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Я вас очень люблю и всегда ждем вас в Церкви Победа. Если не очно, то онлайн. Пусть вас Бог благословит. Мы любим вас.